Друзья дорогие, всем добра. Я проводил эксперимент с дрожжами. Вот эта пачка дрожжей. И вот эта пачка дрожжей. Смотрите, 45 литров воды, 15 килограмм сахара. 18-го, 10-го я поставил брагу. И здесь то же самое. 45 литров воды, 15 килограмм сахара. 18-го, 10-го я поставил брагу. Скорости будут два полноценных видеоролика по поводу этой браги, по поводу этой браги. Будет перегон, будут все расчеты. А сейчас вот вам хочу просто предварительно показать. Дрожжи, кстати, Spirtex называются. Сегодня 24 число. Ареометр, сахарометр. Смотрим. Очень сильно захотел я зернового самогона. И как вы видите, он утонул ниже ноля. А значит, в данный момент сахара уже нет. Дрожжики весь сахар скушали. Смотрим здесь. Смотрим здесь. И здесь то же самое, тонет ниже ноля. Хотя в браге есть еще газообразование, но сахара в браге уже нет. Все, ареометр тонет ниже ноля. Сахара в браге уже нет. Ее уже можно перегонять. 18 числа поставил, сегодня 24 число. Вот, к примеру, завтра 25. Завтра с утра можно уже ее перегонять. Брага уже готова. Каждая пачка, что это, съела 15 килограмм сахара. Самогон, самогон.